Всем добрый-добрый вечер. Ну что, сегодня у нас был денечек такой дождливый, поэтому, конечно же, на улице грязно. И что? Мы все равно гуляли. Конечно, когда уже немножечко подсохло, и мы гуляли. Ну, так как я всегда говорю, что детки мои практически все с длинным-длинным волосом, вот, поэтому, конечно, такую погоду я просто не люблю. Она нам не подходит. Но что делать? Нужно выходить на улицу, нужно дышать воздухом, нужно идти в туалет. Конечно же, детки наши гуляют. Ну, а теперь у меня есть заботы. Ну, погуляли, здорово погуляли, да, Данюшка? Иди, мой золотой. Вот, а теперь можно и искупаться. Ну, в принципе, собачка, которая с длинным волосом нуждается, конечно, в особом уходе, да? Ну, вот мы и нуждаемся, да, мой золотой? Прекраснейший ребенок по имени Дэнни. Это просто человечек, маленький человечек, вот там внутри него, да, вот тут где-то в сердечке, который очень предан, очень любит людей, он открытый, он добрый, он осторожный, не то что осторожный, он не трус, нет, это не то слово, он сначала думает, смотрит, размышляет, да, а потом что-то вот в этой прекрасной головушке что-то созревает, и он только тогда отдается весь и все его сердечко и весь он отдается человеку. Очень интересный ребенок, внимательный, он прям внимательно смотрит, внимательно слушает, ну вот любит он человеческое присутствие, очень нужно ему это обязательно, поэтому мне бы очень хотелось, чтобы Дэнни попал в семью либо уже с добрыми, хорошими, отзывчивыми питомцами, да, кто не будет, конечно, его обижать, прессовать там, либо к людям, которые могут позволить себе находиться с ним ну, достаточно долгое время, да. Ну, потому что малыш нуждается в общении с человеком. Он может с вами сидеть вот так бесконечно, да, мой золотой. Вот, поэтому Денюшка вообще чудесный мальчик, красивенный, умнейший, ну, просто потрясающий, потрясающий ребенок. Очень интересно за ним наблюдать, да. Вот такой красивый мальчишечка с длинными ресницами в окрасе черно-подпалы. Сейчас мы вот так покупаемся, да, вот видите, то есть, как он держится. То есть он доверяет человеку, но тем не менее, ну вот осторожничает, да. Вот, ну, ему нужно вот так, вот, именно вот так, чтобы он был. Если кто-то там бегает, прыгает, гуляет, то Дэнни, вот он прям к человеку так прям настроен хорошо, да, мой золотой? Так, давай, я буду тебя купать, мой сладенький. Вот так подошел, поближе, да. Так, все, наносим мы шампуньку, сейчас искупаемся, потом будем сушиться. Всю эту процедуру он переносит просто тихо, молча, никто никуда не бежит, не пищит, не торопится, просто вот, ну, настолько он спокойно к этому всему относится, что просто даже я удивляюсь, да, мой золотой. Я, конечно, стараюсь все сделать очень быстро и осторожно, конечно же, да. Ну, потому что мы сегодня бегали, вот вечерком уже выпустила, и уже и мокрый немножко пришел. Ну, и волос-то у нас длинный, красивенный, поэтому, конечно же, нужно теперь искупаться. Ну, так спокойно ребенок стоит, да. Ты мой замечательный мальчик. Так, все, мы купаемся, потом будем сушиться, еще вам покажемся.
Давай, давай. Сюда, вот так. Давай, вот так. Смываем все, смываем осторожненько. Не переживай, не переживай, мама. Сделает аккуратненько все. Давай, вот. Ну, вот так любит он, да, вот любит, чтобы вот так вот ему купаться. Кстати, это очень хорошо. Собачка доверяет, достаточно спокойно стоит. Вот, мы смываем все. Ну, потом проверяем, все ли там смыто и хорошо. Да, да. Вот так. Вот такой вот он маленький, аккуратный. Сейчас покажу. Вот, сейчас, сейчас, сейчас. Да не бойся, не бойся. Вот, вот такой маленький-маленький. Вроде бы, когда в шерсти он такой, да, волос длинный, кажется, что он побольше. Нет, да не совсем такой вот. Мелкий-мелкий, не миник, не прям такой очень хрупенький. Нет. Спокойно перепрыгивает вот на диван, запрыгивает и на окно. Очень они любят на окне посидеть, полаять на кого-то, да. Ну, золотой, вот так присели. Мой сладкий, ой, такой, ой, замечательный мальчик, просто это такой семейный мальчишечка, который будет приносить огромную радость, и всегда его можно будет изучать, он прям очень интересно себя ведет, да, золотой мой, опа, очень интересно, вот так, все. Доверие к людям есть, осторожничает, но не то, что осторожничает, а ну, такой вот он, спокойный, такой умеренный, такой прям замечательный, ни с кем не дерется, со всеми дружит, да, сладкий мой мальчик. Давай, давай, вот так, да, вот так, мой золотой, вот так. Вот он мой мальчик. Все, сейчас промакиваемся полотенечком и будем сушиться. Ты мой золотой. Молодец. Супер пацан. Так, ну что, взяла сухое полотенечко. Вот так мы всегда промакиваем собачку. Это тот, кто с длинным волосом. Ни в коем случае мы там не вот так вот не трем, а просто промакиваем. Потому что вы так запутаете волос. Можно вот так по волосу, да, промакнуть. Вот. И все. И все. Ну что, давай лапу. Давай, давай. Как ты там умеешь? Давай. Нет? Мой золотой. Да, он все так осторожничает. Если что-то где-то вот, вот чуть-чуть его, он сразу лапой там может. Да? Так. Что дальше? Наносим мы еще волшебное средство, да? Для того, чтобы его шерсточка блестела и хорошо расчесалась. Чему еще золотой? Такие смешные они, когда мокрые. Совсем другие, совсем. И все, и включаем. У меня вот здесь фен и сушим. Обязательно сушим. И расчесываем. Придерживаем. И пошли расчесывать сейчас. Да, садись поудобнее. И придерживаем у корня. И расчесываем, расчесываем, расчесываем. До полного расчесывания всей шерсточки, всего красивенного волоса. Вот он, сидит ребенок себе, да, сидит. Ой, замечательный мальчик. Ты молодец, ты просто умничка. Да, не то, что наш мачо. Ничего, скажи, и с мачо справимся, да? Все хорошо, все отлично. Молодцы мои ребятки, молодцы. Мама гордится вами. Да, вот. Все, мы будем дальше. Чесать и сушить моего принца. Ну вот мы и красивые. Закончили сушку, расчесывание.
Да, вот так нравится нашему мальчику. Спокойно он все переносит. Это просто золотой ребенок. Мечта любого грумера, это я вам точно скажу. Просто вообще и купание, и расчесывание, и сушка, и заплетание. Это просто вот сижу, скажи, никуда не тороплюсь, никуда не бегу, он даже глазочки закрывает, при том, что вот его расчесывают, да, а он кайфует, а мальчишечка молодец, потрясающий мальчик, очень интересный, очень интересно за ним наблюдать, вот так вот он воспитан хорошо, ну, я скажу, воспитание это одно, а он, конечно же, сам по себе, по характеру, ну, вот такой вот он просто замечательный мальчик, красивенный окрас у него, просто красивенный, черно подпалый, вот тут вот у него прям он русый-русый, вот тут, нет, он блондинчатый вот здесь, прям очень красиво, буквально немножко, да, и лапочки, беленькие лапочки, посмотрите, какие красивые, он очень красиво одет, окрашен очень красиво. Такой длинный-длинный волос у нас пока что. Подумывала сделать ему уже красивую стрижечку модельную. Ну, как-то рука не поднимается. А вдруг мамочка захочет, новая мамочка его захочет вот растить вот эту красоту. Поэтому нет, пока нет. Пока не знаю. Не готова я, потому что, ну, посмотрите, вот этот волос потрясающе красивый. Так, ну что, сделаю я, конечно, такой вот бантик красивенький, ну, для того, чтобы он был, ну, совсем супер мальчишка, да. Я люблю бантики, люблю, да, но когда мы тут дома, то ежедневно, да, бегаем, то, конечно, я одеваю просто резиночки. Вот так, помним, да, что не тянем ушки, не затягиваем лишнего, берем только то, что положено. Даже можно вот так чуть-чуть приподнять и понять, ушко тянет или нет. Глазик тоже так же само, тоже не надо делать из него японского Дэнни, да, чтобы глазочки были. Не узкие, не тянула ни в коем случае, потому что это дискомфорт. Вот, вот так выбрали только вот верхушечку вот эту. У Денюшки есть хвостик, бантик, да, я ему не срезала, ну, потому что пока не срезала. Так, не знаю, ровно, не ровно. Угу, чуть-чуть еще хочется зачесать. Ой, ну я, конечно, вот расчесывать могу просто часами. Когда есть свободное время, вот сажусь, прям еще погодка радует. И расчесываю. И они, в принципе, к этому относятся очень хорошо. Так, ну давай, поворачивайся сюда. Так, ушечки тоже опускаем. Носик опускай, зайчик опускай. Ушки тоже мы смотрим. Если что-то уже отросло, то, конечно же, я подбриваю ушечки красотульки нашему. Давай, опускаем. Любит он, когда его расчесывают, так вот прям гордо задирают голову. Да? Ты красавец мой? Красавец, красавец. Вот, ну вот такой красивый-красивый мальчик, Дэнюшка, в поиске мамочку-папочку, смотрите, какая красота. Самую прекрасную, самую замечательную семью Дэнни ожидает, Дэнни уже подрощенный, такой прекрасный зайчика и будет, красивый, статный, характер просто суперский, это... Маленький человечек, внутри него сидит маленький человечек. Это правда. Это поймет только те владельцы, те родители, та мама, которая, с
которой он будет жить, да, и которая будет приносить большую радость. Правда. Это уникальный мальчишечка, он просто интересен во всем. Хочется его узнавать, жить с ним. Он вот такой вот прям, ну, красивый мальчишечка. Поэтому мы ждем только самую замечательную семью. Ну, да и не особенный, да. Он такой вот интересный мальчишечка. Вот, давай, опускай. О, такой сладкий мальчишка. Ты красавец, да? Мама тебя очень любит, да? Ты такой красивый мальчик. Красивый такой. Ну, опусти головочку. Вот такой прекрасный мальчик Дэнни. Кого малыш заинтересовал, пишите вайбер, ватсап, телеграм, телефончик под видео. Мы с вами пообщаемся. Ну, потому что я хочу выбрать для Дэнни самую лучшую маму. Самую лучшую семью. Просто вот хочу услышать, что вы действительно самая лучшая мама для Дэнни. Он потрясающий ребенок. Классный. Красивый мальчик Дэнни. Зайчик такой. Вайбер, ватсап, телеграм, телефончик под видео. Все вопросики в личные сообщения. Пообщаемся, поговорим с вами. Доставочка есть в любую точку мира. Дэнюс, Дэнни, красавица.